Всем привет, с вами Татьяна. Сегодня я готовлю простое, но очень вкусное блюдо. Это куриная печень, замаринованная в соевом соусе. Приготовленная таким способом печень получается очень нежной, ароматной и сочной. Все ингредиенты вы сейчас увидите на экране. Куриную печень промоем и очистим от прожилок и пленок. Далее готовим маринад. В емкости смешиваем 2 яйца, 2 зубчика чеснока и 2 столовые ложки соевого соуса. Все перемешиваем. В маринад выкладываем куриную печень. Добавим молотого перца и соли по вкусу и оставим мариноваться на полчаса. Ну вот, наша печень замариновалась, и я обваливаю каждый кусочек в муке, подготавливаю ее к жарке. Теперь возьму 2 луковицы и некрупно их нарежу. Жарю лук до золотистого цвета. В это масло, в котором жарился лук, выкладываю печень и жарю на небольшом огне по несколько минут с каждой стороны. Ну вот, наша печень подрумянилась, она почти готова, и теперь я выкладываю на нее жареный лук. Закрываю ее крышкой и оставляю доготавливаться на маленьком огне около 5 минут. Подавать печень можно с вашим любимым гарниром или как отдельную закуску, тем более, что она и в холодном виде очень вкусная. Я желаю всем приятного аппетита, спасибо, что подписываетесь на мой канал. Всем пока-пока!